Мы снова прибыли на юг Джобара документировать борьбу сирийской армии с террористами, окопавшимися в этом районе Дамаска. Накануне мы отсняли и рассказали о том, как армейские подразделения движутся к стратегически важному перекрестку. Сегодня я с офицерами сразу направляюсь в частный сектор. Солдаты посильно обстраивают свой быт в этих руинах, удерживая отвоеванные позиции. Зачистить высотку перед выдвижением танков выходит БМП-2. БМП-2 начала зачистку перед тем, как в атаку пойдут танки. Скорострельность 30-миллиметровой пушки позволяет быстро расстрелять позиции, удобные для гранатометчиков-террористов. Но слабое бронирование БМП-2 может привести к поражению техники на автодороге. Поэтому офицеры дают команду отойти после зачистки высотки. Все, достаточно. БМП, отходи. Выполнив поставленную боевую задачу, экипаж боевой машины отходит на исходную позицию. Танкисты и пехотинцы обсуждают вопросы взаимодействия. Все собраны и готовятся к началу работы. Сейчас боевиков обрабатывает артиллерия, а офицеры продумывают всевозможные варианты развития событий. Надо сегодня двигаться на многоэтажку. Сейчас задача номер один – выдвинуться в одноэтажные дома. Дальше двигаться только по команде. Двигаться надо к высотке. Как только танки отработают, сразу выдвигайтесь по команде. Еще раз, только по команде. Танки заканчивают, и я даю команду на выдвижение. Сегодня очень активно работает артиллерия боевиков. Корректировщики террористов наводят на любое движение, которое засекают. Поэтому перемещаться нам надо быстро. Экипажи получают команду занять места и быть готовыми к выполнению боевого задания. Сейчас все простреливается снайперами. Надо быстро проскакивать. Мы готовы. Как у вас будет готовность, можно начинать. 7-5-минутная готовность. Офицеры приготовились к работе. Танкисты получают приказ выдвинуться. Начинается сегодняшняя работа. Атакуемая высотка обработана сейчас БМП и крупнокалиберными пулеметами сирийской армии, чтобы прикрыть подход танков.
Никому не двигаться без команды. Быть готовыми ждать команду. Это мина упала. Осторожно, сейчас они могут усилить обстрел. После команды на выдвижение работать быстро. Очень опасно задерживаться. Первый выстрел танка по координатам, сообщенным пехотой. Солдаты ночью отслеживали перемещение боевиков. Сегодня танкисты, имея результаты этой разведки, разбивают коммуникации террористов. После команды на выдвижение работать быстро. Очень опасно задерживаться. Вот опять мина ударила. Они бьют вот здесь, смотри. Не выдвигаться без команды. Сначала танки отработают. Давай чуть вперед. Второй танк, огонь. Выйдя за перекресток, танкист сворачивает влево и бьет за высотное здание. Второй танк подходит на перекресток. Экипаж этой боевой машины держит на прицеле здание, из которого боевики простреливают эту улицу. Второй танк ближе. Ближе. Огонь! Бей! Вот мина ударила. Они бьют вот здесь. Смотри. Не выдвигаться без команды. Сначала танки отработают. Давай чуть вперед. Второй танк. Второй танк, огонь. Там сейчас активно боевики мины кладут. Осторожнее, ребята. Экипаж первого танка переносит огонь в дома частного сектора, куда должны будут двигаться пехотинцы. Там находятся хорошо укрепленные позиции боевиков. Второй танк бьет по зданиям с правого фланга. И от ударной волны эта камера умирает, перестает снимать. Задача пехотинцев сегодня – войти в дома частного сектора справа. Танкисты сейчас зачищают эти дома выстрелами осколочно-фугасных снарядов. Приготовились. Сейчас пойдете. С Богом. Вперед. Второй танк. Огонь. Все, вперед. Пошли быстро, ребята. Молодцы. С Богом. Пехотинцы после залпов танка рванули вперед. Танки своей броней и орудиями прикрывают солдат. Перед пехотинцами две задачи. Первая – быстро проскочить в здание справа. Но там все может быть заминировано. И надо быстро обследовать здание на предмет минной опасности. Танкисты, задымляйте все. Быстрее. Задымляйте. Сейчас танкисты включают дымовую завесу, чтобы боевики не могли прицельно бить по пехоте сирийской армии. Пришел доклад от пехотинцев. Солдаты вошли в частный сектор и ведут бой с противником.
Офицер дает команду первому танку проехать вперед и ударить по боевикам. Ствол левее. Там белое здание. В него бей. Второй танк. Огонь. Офицеры решают, что надо бить акации по зданию, откуда может быть удар по танкисту. В этот день с камерами творилась неразбериха. Одна камера от выстрела танка выключилась, другая же включилась и успела заснять обстрел танка. Экипаж танка, зная о промахе боевиков, не уходит с линии огня, так как надо прикрыть атаку пехоты. Предположительно, это снаряд от Б-10. Он прошел в паре метров от танка и ударил в 5 метрах от нас. Для меня это стало нормой. Если офицер сирийской армии руководит боем и отвечает за жизнь солдат в танках и пехотинцев, прикрываемых броней, то он не обращает внимания на такие мелочи, как ракеты, бьющие рядом с нами. Это повтор пролета снаряда. Если бы он попал в танк, то ранений или потерь было бы не избежать. Главное для офицера – благополучное выполнение поставленной задачи. Я уже не раз бывал с ними под обстрелами, и всегда они себя ведут героически, не отступая и не теряя голову. Мы продолжаем работать. Пехотинцы сейчас входят в частный сектор и начинают постепенное движение вперед. Перед тобой есть белое здание, высотка. Там стрельба идет из подвального помещения, с левой стороны здания. Посмотри, если можешь навестись на них, бей. Там их надо достать. Давай бей и отходи. Давай бей по ним и отходи. Быстро. Как только пехота зашла в зачищаемые здания, танкистам дана команда отойти. Отход орудием в сторону врага и с обязательным задымлением. Экипажи вернулись из боя. Это всегда радостно видеть, что все живы и невредимы.
Никто не испуган, все готовы работать дальше. Мой коллега Виктор Кузнецов, сильно рискуя быть замеченным снайпером террористов, с крыши снимал обстрел террористами позиции сирийской армии у перекрестка. Как только танкисты ушли, боевики скорректировали свою артиллерию и начали обстрел. Сейчас офицер докладывает командирам о проведенной работе. Пехота вошла в дома частного сектора, по танкам был произведен обстрел, активно работали минометы боевиков. Работа должна продолжиться. Идет согласование действий армейских подразделений. В Восточном переулке есть здание четырехэтажное. Дом этот надо обработать, пока танки подойдут, чтобы бронетехнику не накрыли. Танкисты, прием. Танк уже рядом со зданием. Давайте, ребята, вперед. Снова танкисты идут работать. Уже несколько часов мы находимся на позициях. Солдаты при посадке в танк ударили камеру, и композиция кадра завалилась. Первый выстрел в дальнее здание. Затем танк сворачивает влево и берет на контроль высотку. Танкисты, стойте! Смотри вперед! Видишь цель? Да, да, там. Туда бей! Огонь. Потом сразу уходи налево и бей в высотку. Отлично. Уходи. Первый танк впереди. В здание бей. Сейчас слева пехотинцы пулеметом гасят огневую точку террористов на первом этаже. Танк бьет по зданию в первый этаж, разбивая подход к обстреливаемой позиции. Справа солдаты из пехотных подразделений движутся вперед, разминируют, перестреливаются с боевиками. Давайте вперед! За танком вторая группа, вперед! Быстрее! Сейчас на меня упал мешок с баррикады. Я чуть было не помешал работать офицеру. Под прикрытием дымовой завесы и брони танков пехотинцы переходят в занимаемые здания. Происходит ротация пехоты. Из-за стоящего грохота плохо слышно, и офицер уточняет у пехоты ситуацию, затем командует танкистам ударить по высотке. Экипаж первого танка выискивает цели, поддерживая связь с пехотинцами в частном секторе. Thank you.
танкисты, огонь! Бейте! Пехота, вперед! Давайте раненого выводите! Быстрее раненого выводите! Второй танк! Огонь! Подразделение за подразделением. Пехотинцы движутся вперед. Внутри, в зданиях, солдаты продвигаются вперед к высотке. Танкам нельзя долго оставаться статичными, но эвакуация раненого солдата заставляет рисковать. Танкисты тщательно следят за линией соприкосновения, обрабатывая пулеметом позиции боевиков. Вот рядом с танком бьет мина. Вперед, быстрее! Танки должны отходить уже. Нельзя здесь долго находиться им, без маневра. Быстрее! Следующая группа пехоты идет вперед. Танкисты должны прикрыть солдат. Офицеры хотят вынести погибшего бойца и эвакуировать раненого. Из-за этого задержка бронетехники на линии огня, а солдаты несут вперед мешки для закрепления на занятых позициях. Офицер как будто предчувствует, что боевики готовятся нанести удар, и торопит солдат. Назад, назад, отходи! Ракета, уходи! И вот еще одна ракета пролетает над танком. Офицер сразу дает команду на отход бронетехники. В кадр снаряд попал как узкая полоска. В метре над башней танка. Отходи, отходи! Ракету запустили по танку. Давайте отходите. Танки отошли без потерь. Танкисты, ответьте. Танкисты, все в порядке у вас? Хорошо, молодцы. Камера на первом танке засняла выстрел из РПГ пехотинцев по обнаруженной позиции боевика. Также камера записала звук от пролетевшего снаряда. Боевые машины без потерь отходят с линии огня. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.
Мы готовы. Как у вас будет готовность, можно начинать. 7-5-минутная готовность. Офицеры приготовились к работе. Танкисты получают приказ выдвинуться. Начинается сегодняшняя работа. Атакуемая высотка обработана сейчас БМП и крупнокалиберными пулеметами сирийской армии, чтобы прикрыть подход танков. Никому не двигаться без команды. Быть готовым и ждать команду. Эта мина упала. Осторожно, сейчас они могут усилить обстрел. После команды на выдвижение работать быстро. Очень опасно задерживаться. Первый выстрел танка по координатам, сообщенным пехотой. Солдаты ночью отслеживали перемещение боевиков. Сегодня танкисты, имея результаты этой разведки, разбивают коммуникации террористов. После команды на выдвижение работать быстро. Очень опасно задерживаться. Вот опять мина ударила. Они бьют вот здесь, смотри. Не выдвигаться без команды. Сначала танки отработают. Давай чуть вперед. Второй танк, огонь. Выйдя за перекресток, танкист сворачивает влево и бьет за высотное здание. Второй танк подходит на перекресток. Экипаж этой боевой машины держит на прицеле здание, из которого боевики простреливают эту улицу. Второй танк ближе. Ближе. Огонь! Бей! Сейчас офицер докладывает командирам о проведенной работе. Пехота вошла в дома частного сектора, по танкам был произведен обстрел, активно работали минометы боевиков. Работа должна продолжиться. Идет согласование действий армейских подразделений. В Восточном переулке есть здание четырехэтажное. Дом этот надо обработать, пока танки подойдут, чтобы бронетехнику не накрыли. Танкисты, прием. Танк уже рядом со зданием. Давайте, ребята, вперед.
снова танкисты идут работать. Уже несколько часов мы находимся на позициях. Солдаты при посадке в танк ударили камеру, и композиция кадра завалилась. Первый выстрел в дальнее здание. Затем танк сворачивает влево и берет на контроль высотку. Танкисты, стойте! Смотри вперед! Видишь цель? Да, да, там. Туда бей. Огонь! Потом сразу уходи налево и бей высотку. Отлично! Уходи! Первый танк впереди. В здание бей. Сейчас слева пехотинцы пулеметом гасят огневую точку террористов на первом этаже. Танк бьет по зданию в первый этаж, разбивая подход к обстреливаемой позиции. Справа солдаты из пехотных подразделений движутся вперед, разминируют, перестреливаются с боевиками. Давайте вперед! За танком вторая группа, вперед! Быстрее! Сейчас на меня упал мешок с баррикады. Я чуть было не помешал работать офицеру. Под прикрытием дымовой завесы и брони танков пехотинцы переходят в занимаемые здания. Происходит ротация пехоты. Из-за стоящего грохота плохо слышно, и офицер уточняет у пехоты ситуацию. Затем командует танкистам ударить по высотке. Экипаж первого танка выискивает цели, поддерживая связь с пехотинцами в частном секторе. Танкисты, огонь! Бейте! Пехота, вперед! Давайте раненого выводите! Быстрее раненого выводите! Второй танк! Огонь! Подразделение за подразделением. Пехотинцы движутся. Пехотинцы сейчас входят в частный сектор и начинают постепенное движение вперед. Перед тобой есть белое здание, высотка. Там стрельба идет из подвального помещения, с левой стороны здания. Посмотри, если можешь навестись на них, бей. Там их надо достать. Давай бей и отходи. Давай бей по ним и отходи. Быстро. Ямин,
Как только пехота зашла в зачищаемые здания, танкистам дана команда отойти. Отход орудием в сторону врага и с обязательным задымлением. Экипажи вернулись из боя. Это всегда радостно видеть, что все живы и невредимы. Никто не испуган, все готовы работать дальше. Мой коллега Виктор Кузнецов, сильно рискуя быть замеченным снайпером террористов, с крыши снимал обстрел террористами позиций сирийской армии у перекрестка. Как только танкисты ушли, боевики скорректировали свою артиллерию и начали обстрел. Вот мина ударила. Они бьют вот здесь. Смотри. Не выдвигаться без команды. Сначала танки отработают. Давай чуть вперед. Второй танк. Второй танк, огонь. Там сейчас активно боевики мины кладут. Осторожнее, ребята. Экипаж первого танка переносит огонь в дома частного сектора, куда должны будут двигаться пехотинцы. Там находятся хорошо укрепленные позиции боевиков. Второй танк бьет по зданиям с правого фланга. И от ударной волны эта камера умирает, перестает снимать. Задача пехотинцев сегодня – войти в дома частного сектора справа. Танкисты сейчас зачищают эти дома выстрелами осколочно-фугасных снарядов. Приготовились. Сейчас пойдете. С Богом. Вперед. Второй танк. Огонь. Все, вперед. Пошли быстро, ребята. Молодцы. С Богом. Пехотинцы после залпов танка рванули вперед. Танки своей броней и орудиями прикрывают солдат. Перед пехотинцами две задачи. Первая – быстро проскочить в здание справа. Но там все может быть заминировано. И надо быстро обследовать здание на предмет минной опасности. Танкисты, задымляйте все. Быстрее. Задымляйте.
Сейчас танкисты включают дымовую завесу, чтобы боевики не могли прицельно бить по пехоте сирийской армии. Пришел доклад от пехотинцев. Солдаты вошли в частный сектор и ведут бой с противником. Офицер дает команду первому танку проехать вперед и ударить по боевикам. Ствол левее. Там белое здание. В него бей. Второй танк. Огонь. Офицеры решают, что надо бить акации по зданию, откуда может быть удар по танкистам. В этот день с камерами творилась неразбериха. Одна камера от выстрела танка выключилась, другая же включилась и успела заснять обстрел танка. Экипаж танка, зная о промахе боевиков, не уходит с линии огня, так как надо прикрыть атаку пехоты. Предположительно, это снаряд от Б-10. Он прошел в паре метров от танка и ударил в 5 метрах от нас. Для меня это стало нормой. Если офицер сирийской армии руководит боем и отвечает за жизнь солдат в танках и пехотинцев, прикрываемых броней, то он не обращает внимания на такие мелочи, как ракеты, бьющие рядом с нами. Это повтор пролета снаряда. Если бы он попал в танк, то ранений или потерь было бы не избежать. Главное для офицера – благополучное выполнение поставленной задачи. Я уже не раз бывал с ними под обстрелами, и всегда они себя ведут героически, не отступая и не теряя голову. Мы продолжаем работать. Мы снова прибыли на юг Джобара документировать борьбу сирийской армии с террористами, окопавшимися в этом районе Дамаска. Накануне мы отсняли и рассказали о том, как армейские подразделения движутся к стратегически важному перекрестку. Сегодня я с офицерами сразу направляюсь в частный сектор. Солдаты посильно обстраивают свой быт в этих руинах, удерживая отвоеванные позиции. Зачистить высотку перед выдвижением танков выходит БМП-2. БМП-2 начала зачистку перед тем, как в атаку пойдут танки. Скорострельность 30-миллиметровой пушки позволяет быстро расстрелять позиции, удобные для гранатометчиков-террористов. Но слабое бронирование БМП-2 может привести к поражению техники на автодороге. Поэтому офицеры дают команду отойти после зачистки высотки. Все, достаточно. БМП, отходи. Выполнив поставленную боевую задачу, экипаж боевой машины отходит на исходную позицию. Танкисты и пехотинцы обсуждают вопросы взаимодействия.
Все собраны и готовятся к началу работы. Сейчас боевиков обрабатывает артиллерия, а офицеры продумывают всевозможные варианты развития событий. Надо сегодня двигаться на многоэтажку. Сейчас задача номер один – выдвинуться в одноэтажные дома. Дальше двигаться только по команде. Двигаться надо к высотке. Как только танки отработают, сразу выдвигайтесь по команде. Еще раз, только по команде. Танки заканчивают, и я даю команду на выдвижение. Сегодня очень активно работает артиллерия боевиков. Корректировщики террористов наводят на любое движение, которое засекают. Поэтому перемещаться нам надо быстро. Экипажи получают команду занять места и быть готовыми к выполнению боевого задания. Сейчас все простреливается снайперами. Надо быстро проскакивать.